Всем привет, с вами Аурум, и мы с Макс Луком решили сделать челлендж. Тема вообще-то не новая, множество англоязычных ютуберов что-то подобное делали, но мы прикинули, ну а чем же мы, в общем-то, хуже? И, в общем-то, решили посоревноваться между собой. На самом деле, я думаю, вам будет по фану на это смотреть. А в чем суть челленджа? Каждый из нас должен был построить определенную армию для того, чтобы построить максимальное количество пек за один бой. Сначала я помогал Макс Луку, а потом он мне. Ну, точнее, сначала он строил пек, потом я. Таким образом, мы в итоге считали, кто же, в общем-то, победил. Но, ребят, интрига заключается в том, что я не буду рассказывать вам, кто победил. Вы можете сами посчитать итоговое количество пек, которое у меня получится, и то же самое сделать, посмотрев видос Макса. Ссылочка на видос Макса находится в описании к данному видео. Я думаю, что так будет намного интереснее, ведь вероятность того, что вы все-таки посмотрите оба ролика, намного выше, если мы не будем говорить, кто же в итоге победитель. Ну что ж, ребят, давайте подробненько разберем, что происходило во время челленджа, какие карты и колоды мы использовали и как это все было с самого начала. Моя основная задача в этом поединке — построить максимальное количество пек, что, в общем-то, я и буду сейчас делать. Но для начала нужно сделать определенную подготовку в этом бою. Ну, мы решили уничтожить себе все вторичные башни. То есть у нас должны остаться только башни королей. Я выбрасываю на правый фланг пеку, а Макс, в свою очередь, выбрасывает скелетика вместе со стражами. Таким образом, моя левая башня уничтожена, его правая башня тоже уничтожена. То же самое мы проделаем с моей правой и с его левой башней. Конечно же, он должен законтрить мою пеку. А зачем это все происходит? Это мы все делаем для того, чтобы, во-первых, его башни не стреляли по моим пекам и их не уничтожали. А во-вторых, чтобы мы могли ставить эликсиросборщики у себя на территориях. Потому что для того, чтобы собрать максимальное количество пек, мне нужно очень много эликсира. То есть, в принципе, ему тоже для того, чтобы водить моих пек. Что такое водить пек, вы сейчас это все тоже дело увидите, если не понимаете, о чем я говорю. В итоге я опять же уничтожаю его левую башню, он мою правую. И сейчас мы будем заниматься тем, что интенсивно будем строить коллекторы. Как только я буду готов, я лично ориентировался сугубо по коллекторам. То есть никакого такого особенного времени мы не задумывали. Ну, по-моему, 30 секунд до овертайма. По-моему, такой договор был. Но, в общем-то, суть в том, что я говорил: вот, я уже готов, давай, можно начинать. Он выбрасывает периодически какую-то шваль. Мне даже не нужно выбрасывать никакую шваль. Я просто, ну вот, единственное, я выбросил скелетиков. А так, в принципе, я бросал стрелы, я бросал зап и строил пушку для того, чтобы контрить его мусор, его флуд вот этот. Таким образом, усердно, как видите, мы нагромождаем себе эликсира сборщики, и буквально, ну я не знаю, через несколько секунд начнется высадка пек. Ну что ж, все, я выбрасываю последние карты для того, чтобы подобрать пеку, а за ней зеркало. Это тоже принципиально важно. Вот смотрим, я выбрасываю все, абсолютно все. Опять ставлю коллектор, и после этого сейчас будет идти пека. Итак, идет первая пека. Зеркалом зеркалю ставлю вторую пеку. Ну а дальше, ребят, в принципе, мои комментарии здесь даже не нужны. Потому что все, что я сейчас буду делать, это выбрасывать стрелы, выбрасывать зап и эликсиросборщик, и затем выбрасывать пеку. Пека, зеркало, опять зап, стрелы, эликсиросборщик и пека. То есть вот таким образом по кругу это все дело будет происходить. Главная задача Макса в этом случае — это водить моих пек. Видим, что изначально он одну мою пеку, которая сейчас вот возле речки у нас стоит, или возле рва, что это у нас, он очень сильно ее покоцал, и очень мне кажется, что она не доживет до конца боя. Кстати говоря, мы не условились с Максом, считаются ли мертвые пеки как за построенные, потому что, ну, по факту, я-то ее построил. Вот смотрим, скелетик убил пеку. Скелетик маленький убил мою пеку.
Ну ладно, в общем, ничего страшного. Опять же, он использует этих стражей, которые достаточно сильно коцают моих пек, но чем больше пек, тем, конечно же, навредить он сможет им меньше. Но в целом, я вот насколько понял, что те же скелетики, вот, видимо, еще одна пека моя сейчас умрет. Смотрите, вот буквально 10 хп осталось. Смотрим, раз, и все, еще одна. Уже две пеки умерло. Но, ребят, реально, мы не договаривались, а считаются ли эти пеки. Вот я не знаю, как вы будете решать, потому что в этом бою наши основные судьи — это именно вы. Ведь мы реально так и не определились, скажу вам по секрету, кто же все-таки победил. Минута 25 до конца, и кто же, в общем-то, здесь победит, и сколько пек я смогу построить? Хотелось бы отдать должное Максу. В принципе, в данной ситуации его роль была намного даже значительнее, чем моя. Потому что все, что нужно было мне делать, это выпускать пек и выбрасывать, как я уже сказал, стрелы и зап. А ему нужно было как можно дольше продержать пек сначала на моей половине. Видим, пека вот верхняя постоянно гуляет. А потом в итоге каким-то образом законтрить. Потому что вы понимаете, да, что если хотя бы парочку пек, или даже одна пека, вот видим, он все-таки пускает их. Нет, не пустил. Если хотя бы одна пека подойдет к башне короля, то все, бой будет досрочно закончен. А в моих интересах, конечно же, продолжить бой максимально долго. Но, ребят, я на самом деле не знаю, сколько пек уже умерло. Видим, что еще две пеки на грани жизни. На самом деле, вот я сейчас так смотрю и думаю, хранители в этом смысле не самый лучший юнит для такого челленджа. Потому что, ну, покоцали моих пек они достаточно много. Ребят, вот еще одна пека подходит все-таки. Блин, она сейчас реально снесет. 16 секунд, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Остается понты времени. Пека добивает и досрочно сейчас поставит. Все. Я не успел отзеркалить еще одну пеку. Видим, что заскринил это все мероприятие. А на самом деле было много фана. Мы пытались раза три. Скажу, что мировой рекорд, конечно же, мы не поставили. Но, ребят, если вам понравился этот челлендж, то ставьте палец вверх, и мы замутим что-то подобное. Ну и опять же, пишите в комментариях, кто победил и какой следующий челлендж вы хотите увидеть. Ну и не забывайте, что ссылочка на видос с количеством пек Макса находится в описании к моему видео. Ну, в общем-то, как-то так. С вами был Аурум. Всем удачи!